здесь происходит своеобразный русский экстрим. Да. Люди, окружающие нас, ходящие вот там, об этом даже не догадываются, что можно набрать жрачки, еды, сесть и просто... Стоит пикничок. Да, хорошо посидеть. Людям, походу, нравятся более другие виды развлечения. А мы? На самом деле, я хочу сказать, что просто мест для русских застолий здесь нет, не предусмотрено. Поэтому нам приходится свои порядки, свои привычки и традиции переносить на эту гостеприимную землю. Поэтому я думаю, что в следующем году фестиваль Евробест уже будет проходить в более веселой и располагающей обстановке, ибо все побережье будет заставлено такими столиками, и в местных ресторанчиках уже не будет клиентов. Они будут все здесь отдыхать. Фестиваль Евробест будет в следующем году наш. Наш. Савельева будет за это отвечать. Да, я отвечаю за это. Она будет организатором. Рели. А я заработаю много денег, кому-нибудь заплачу. Щечок Россия выиграет. Вот. Я над тобой стою. Танцы обниманцы. Танцуют вокруг испанцы. А мы танцуем везде. Да, мы вроде договаривались вести себя тихо. Танц. Ну, я не договорил. Обниманцы. Здесь можно увидеть группу «Фабрика». Ну, я могу допустить, что мы двуличны, но никак не трехличны и не четырех. Здесь какая-то частичка, да, то есть да. Не факт, что она... Маш. Ну, в общем, вы меня поняли. Это... Ишон. Bonjour, je m'appelle Ишон. Класс. Ишон. И je viens, j'étais né à Grasse. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette jolie fille, Irène. Перевод. Не залазь в мой огород, не воруй мою редиску, не залазь в мой огород, не воруй мою картошку. Эй, блин. Юрий, погоди. Михаил, c'est parodie sur Михаил. Бутылочки. Больше прогиб в спине, наклон корпуса больше. Короче, вчера, когда была дискотека, да, там танцоры делали следующим. Ну, их было много, а я сейчас сделал одна. Типа, представьте, что еще такие же, как я. Ир, еще... как, кстати, тебя что-то там не было в этом слэме. В каком слэме? В каком слэме? Все танцевали, а ты не танцевал. Не, ну я... Да, сейчас. Да? Типа того, что сейчас. Ну, типа, идет ритм-то, все дела. А, это клево. Ты что, это модная фишка. Это что такое? Мишель купаться, ну как же так? Три дня в городе Каны ни разу не сказал. Он живет, не зная ничего о том, что она девчина. Думает о нем одна девчина. Ручья с долиной облетает свет. Свет облетает свет. А любовь девичья не проходит. Нет, не проходит любовь. А любовь девичья не проходит. Fucking brilliant.